use it overhand. Okay, the time is 6:30 and behalf of Hutt Football, we'd like to welcome all to this press conference. It's an historic event for Hutt Football. For the first time, we're going to play European Cup football here at the Hutt Ball. Special welcome to our guests from FC Oktober from Kazakhstan. Hope you have a pleasant stay here in Ulsteinvik. Present at this press conference is Vladimir Nikitenko, head coach of FC Oktober. Peter Baldo, captain of FC Oktober. С уважением мы относимся к норвежскому футболу, который сборная постоянно борется за самые высокие места, я имею в виду выход на чемпионат Европы, финальную стадию Европы, мира. Показывает содержательный футбол. Многие игроки играют в европейских странах. В прошлом году была встреча уже нашей казахстанской команды Росенборга и чемкентского Ордабасы. В драматической игре победил Росенборг, поэтому с уважением еще раз повторяю, относимся к норвежскому футболу. Ну а так, каждая команда, я думаю, и команда соперника Хотта, и мы ставим задачу прохода в следующий этап. Но для этого, прежде всего, мы должны показывать качественный футбол. То есть сегодняшняя прогноз погоды как бы для вас будет влиять на завтрашний? Ну, я не думаю, что так сильно, но... I don't think so. We could tomorrow. Я не думаю. You don't think so. Have they watched any videos of her? What? Have they watched you on the team? On video? Your team, you mean? Yeah. Видели видео, которое... Да, я хочу сказать, что мы уже видели последние матчи команды Хотт, очень привлекательная игра, прежде всего организация игры, исполнение, самоотдача, борьба и прежде всего организованная команда, которая знает, что делать на поле. Известно, что все скандинавские команды играют такой силовой футбол. К тому же завтра будет отсутствовать два ключевых футболиста, Апанца и Генрих. Будет ли в этой связи какое-то вот изменение в тактической схеме? Вот, как планируете вообще там разыграть? Не раскрывая, естественно, секреты все. Ну, я думаю, что команда Хетт может играть и в силовой футбол, и в более комбинационный футбол. Поэтому я не думаю, что здесь превалировать будет только силовая борьба. А то, что у нас сейчас не будет два игрока, ну, я думаю, конечно, это вносит определенные коррективы в наши действия завтра. Но я думаю, сейчас еще рано говорить об окончательной оценке плана на игру. Это будет где-то, значит, перед игрой за 2-3 часа будет ясно, что мы хотим, как мы будем действовать. У меня вопрос Петру. Как настроение у ребят? Команда готовится на... очень хорошую и очень бескомпромиссную игру. Все понимают, что команда предстоит нам очень хорошая. И будет очень много борьбы. Команда очень обученная, очень организованная, хорошо обороняется. Я думаю, и наша команда вполне готова завтра дать бой. Хотя мы конкретно долго не готовились к этой игре. У нас через 2/3 игры чемпионат Казахстана идет. И у нас целенаправленной подготовки не было к игре. Но команда готова. Joachim? Wilmer, I understood two of the players have struggled to get into the country. Is that correct? Two players of our players, you mean? Yeah. Yes, they will not come. Okay, so they will play tomorrow. Но они спрашивают, за игроки, которые не приехали, они будут играть. Которые не приехали? Да. Но они не могут играть, потому что они не приехали. Но, because they will not come. Просто визу сегодня только дали. Visa they get today.
Сегодня визу дали, поэтому физически просто нету состыковки рейсов и... They have no time to come in physical. Паспорта не готовы. Паспорт not ready. I think we will win tomorrow. Thank you very much. Yes, of course. Все, встаем? Yeah. Встаем? Yes, thank you very much. Thank you very much.